Я не буду говорить о том, как развивается туристическая отрасль в Беларуси. Наверное, вам это рассказал министр, и он лучше знает. Но вы должны понимать, главное, что мы очень большое внимание уделяем этому направлению. Безвизовый въезд более чем 80 стран свободно могут прилетать в аэропорт. Что касается на злобу дня вторых европейских игр, то вы знаете, билет болельщика на любое мероприятие, и ты свободно пересекаешь границу и приезжаешь в Беларусь. Да не только в Беларусь, ты отсюда можешь поехать в Россию. У нас с ними договоренность, что проблем здесь не должно быть. Границ между нами нет, поэтому это также создает определенную выгоду. Беларусь – страна абсолютно открытая, и у нас есть что показать миру. И тот, кто интересуется в мире другим климатом, изучает страны, он всегда может быть хорошим гостем нашей Беларуси. И я знаю, что вы большую помощь оказываете на семинарах, консультациях государствам. Надеюсь, что и впредь Беларусь будет для вас не чужой страной. Будем вам благодарны за ту помощь, которую вы будете нам оказывать.